Обзор, а? Да, да, обзор. Обзор. Идем в храм. Пожар Ясауи, город Туркестан. 2 января 2019 года. Приехали недавно в Шымкента. Да, получается ехать так-то близко. Занимает большое время. Скоро будем входить. Посмотрим, что это за место впервые. Вот. Погода тут не такая, как снежная. Такая, как Кушетау. Примерно около 1 градуса. Максимум 3-5. Так как в нашей области до минус 18. Прямо, да? А? Так, вот стена, да, наблюдается. Стена похожа на китайскую великую стену, хотя я ее не видел вообще. Но по фотографиям, да, она, так сказать, смахивает меня. Частые посещения такие вот активные. Он довольно большой. Наверняка тут в летний сезон намного больше. Да и погода к тому же жаркая. Идем и осмотрим все тщательно, что где, как называется. Так, тут различные названия. Осталось идти пару метров, и мы будем на месте. Да, вот такое вот место, то есть такая стена. Так. На время отрубая связь, буду вести с другой камерой. Тут плохо видно, так как мы идем в репортаж другого ракурса. Что-то раздают у нас. Поднимаемся. Так. Что тут у нас? Да, вот неплохой вид. Такая вот стеночка. Увеличим. Да, довольно огромная. Видно, что она древняя, да. Вот. Прямо наружу торчат брусья, так называемые. Такое чувство, будто бы его все еще строят. Хотя построили его очень давно. Либо идет ремонт, для меня неизвестно. Вон, кстати, есть верблюды, такие вот искусственные. Неплохо.
Так, скоро заходим. Строение у нас огромное. Интересно. Ладно, сейчас зайдем внутрь. Снимать мавзолей запрещено. Имеется в виду внутри. То есть все по детально. Так что вышел вперед. Понаблюдать еще вот другие достопримечательности. Сейчас вот вижу верблюдов, затем пока что еще. Так вот, с такого ракурса можем увидеть. Огромный, да? Получается, снаружи было такое ограждение большое. По картине было заметно то, что стояли юрты, то есть и другие хижины, ну как бы уже была жизнь, то есть печи были, ходили люди. Вот. Затем, возможно, эти ограды убрали. Да, вот что значит знать историю. Картину получается, видите, да? Красиво как. Угу. Ну, похоже на шелку в путь, так называемый. То есть вот такие вот чаши были у верблюдов огромные. Идет заключительный обзор. Затем я закончу, так как дальше снимать будет запрещено. Сейчас мы увидим историческую баню. То есть по размеру можно увидеть то, что вот мавзолей, он огромен. Так, сейчас спустимся по лестнице и зайдем в баню. Увидим, чем же пользовались древние потомки. Как мылись, какими приспособлениями. То есть заметно то, что окружности такие более, ну, обычные, скромные. Вот наша баня. Такая вот. Итак, что же тут написано? Смотрите, вот восточная баня 15 и 16 века, памятник охраняется государством. Вот так вот входим. Пошли, дорогие друзья, всем пока, до скорой встречи. Пока.